Полба – полезная крупа, которая по содержанию белка превосходит другие злаки. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный салат с полбой. Полба хорошо насыщает и помогает избегать переедания. Подробнее, как приготовить салат с полбой, я расскажу ниже. Если полбу замочить на полчаса в горячей воде, то можно сократить время варки до 25 минут. Вместо зеленого лука можно взять руколу, шпинат или петрушку. Такой салат идеально подходит для здорового рациона. Полба 100 грамм, красный лук, 1/4 штуки, красный винный уксус, 1 столовая ложка, помидор 1-2 штук, лук зеленый, 15-20 грамм, огурец, 1 штука, оливковое масло, 2 столовые ложки, бальзамический уксус, 1 чайная ложка, соль, по вкусу, перец черный по вкусу, яблочный уксус, по вкусу, количество порций, 2, подготовьте все ингредиенты. Промытую полбу варите в кипящей подсоленной воде 35-40 минут. В это время нарежьте красный лук тонкими полукольцами, залейте яблочным уксусом и оставьте мариноваться. Переложите в большую миску полбу, добавьте нарезанные кубиками помидор и огурец. Следом добавьте красный и зеленый лук. В отдельной емкости смешайте красный винный уксус, оливковое масло и бальзамический уксус. Заправьте салат соусом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Салат с полбой готов, приятного аппетита!